Всем привет! Добро пожаловать на канал «Мир красок Чукотки» с Александром Куцким. А сегодня у нас будет короткое видео, в котором я расскажу об одной функции, которую нам добавил YouTube. Вчера YouTube открыл нашему каналу такую функцию или бонус, называется «Спонсорство». Теперь в шапке профиля или здесь по описанию в ссылке вы можете стать спонсором нашего канала. Сейчас буквально за пару минут объясню, что это такое, что спонсоры получают, что будет с теми, кто спонсором стать не хочет, и почему я считаю, что спонсорство – это не тире, попрошайничество. Давайте по порядку. Спонсорство – это ваше желание, и это очень важно. Это должно быть исключительно огромное желание. То есть, я не прошу об этом там, не призываю никого, не уговариваю. Это так делается, потому что это вы так захотели. Вот я захотел, я буду спонсором. Вот тогда да. То есть, определенную денежную сумму, конкретно 99 рублей, вы можете спонсировать в помощь нашему каналу. Сразу объясняю, что это за помощь такая и куда эти деньги пойдут. Мы живем нормально, не голодаем, есть во что одеваться. Все хорошо, квартплату платим. Эти деньги идут исключительно на развитие канала, для канала, для того, чтобы помочь каналу. Что это за такие расплывчатые слова «помочь каналу»? Сейчас острая стоит проблема – это звук. Мы часто ходим гулять на улице. Сами знаете, снимаем обзоры, и у нас ветер задувает в микрофон. Звук искажен, и голос почти не слышно. Давно ищу решение данной проблемы. Смотрю, что предлагают производители видео и аудиооборудования. Что рекомендуют использовать путешественники, как они делают так, чтобы ветер не портил звук. Это позволит достоверно передать звук того, что происходит вокруг, но и с хорошим качеством записать голос говорящего. На данный момент времени использую для съемок экшн-камеры, телефоны, профессиональную видеокамеру. У каждой из этих камер есть свои плюсы и недостатки. Поэтому постоянно слежу за выпуском новых моделей камер в надежде, что кто-то из производителей выпустит самую универсальную с качественным видео и звуком, где устранены известные многочисленные недостатки камер разных производителей. Хочется иметь камеру с качественным видео, качественным звуком, надежную и удобную. С такой камерой контент на канале станет замечательным по качеству. Дополню. Спонсорская помощь ускорит процесс покупки нового оборудования и создания новых роликов. Но если спонсорство не пойдет, то это не значит, что у нас не будет нового оборудования. Просто это случится позже. Уйдет время на накопление необходимой суммы. Хочется для контента купить квадрокоптер, который значительно расширит возможности в творчестве. Кадры с него дополнят картину происходящего. Вид с высоты птичьего полета прекрасен и информативен, что положительно скажется на качестве видеоролика и его информационной наполненности. Спонсорская помощь нужна для оплаты проезда до точек интереса зрителей, на дорожные расходы, на питание и проживание. Например, чтобы летом съездить на машине в поселок Угольные Копи и поснимать окрестности, нужно оплатить топливо, перевозку машины на барже, чтобы пересечь Анадырский лиман, что обойдется примерно в 15 тысяч рублей.
Теперь расскажу, что будет с теми, кто спонсорами не будут. Не хотят или не могут, хотя 99 рублей – это стоимость одного мороженого в городе Анадыре. Те, кто не захотел стать спонсором, для них ничего не изменится. В вашей жизни ничего не поменяется. Видеоролики как выходили, так и будут дальше выходить. И спонсорство на это никак не влияет. Читаю все комментарии, и хорошие, и не очень. На вопросы стараюсь отвечать, обсуждаю поднятые темы. Комментариям стараюсь ставить лайк. Так вы знаете, что комментарий мною прочитан. Вот что YouTube говорит на тему попрошайничества. Почему это не спонсорство? Как делают попрошайки? Они просят денег, вы им даете, и в лучшем случае они вам говорят спасибо и уходят куда-то за горизонт. Спонсорство – это когда спонсор свои деньги отдает, а взамен что-то получает. И YouTube говорит, вы продумайте систему вознаграждения для спонсоров. Так вот, вознаграждения будут. Сейчас про них расскажу. Спонсорство имеет несколько уровней. Уровни мы можем обсудить с вами, мои зрители. Пишите ваши пожелания, обсудим. На данный момент на канале 3 уровня. Со временем, возможно, станет больше. Первый уровень. Участник. 99 рублей в месяц. Справа от имени спонсора будет отображаться значок спонсора соответствующего уровня. Уровень растет от продолжительности спонсорства. Зрители будут видеть, кто из комментаторов является спонсором канала. Станут доступны авторские картинки и эмоции для комментариев и чата. Чаты только для спонсоров. Ответы на комментарии спонсоров в первую очередь. Второй уровень. Рука помощи. 399 рублей в месяц. Включает бонусы предыдущего уровня. Ранний доступ к новым роликам. Спонсоры могут на день раньше смотреть видео, которое мы выкладываем. То есть сначала мы выкладываем, и первые сутки его уже сразу видят спонсоры. И могут начинать комментировать и обсуждать за день. Через сутки начинают видеть все остальные подписчики. На видео будет упоминание о спонсорах. Второй уровень включает фото и записи о создании видео. Эксклюзивные видео. Эксклюзивные авторские фотообои. Третий уровень. Большой поклонник. 1799 рублей в месяц. Здравствуй. Дома, маме помогает. Включает в себя бонусы предыдущих уровней. Подписка на профиль в социальной сети спонсора. Беседы по телефону. Виртуальное участие спонсоров в работе над видео. Мы будем обсуждать темы будущих видеоматериалов. Что снимать и что снимать в первую очередь. Какой сделать обзор и какую снять достопримечательность. О прямых эфирах или стримах пока говорить не приходится из-за низкой скорости интернета в Анадыре. Надеюсь, что в ближайшие годы в город проведут оптоволоконный кабель с высокоскоростным интернетом. Тогда буду проводить для вас прямые эфиры. А пока ждем. Подведем итог. Первое. Спонсорство – это по желанию и вовсе не обязательно. Второе. Это на развитие канала. Пока все, дорогие мои зрители. Благодарю, что были со мной. Всем пока. До встреч в новых видеороликах.